Итак, я нахожусь в даунтауне Дубая. Здесь строительная площадка SRG Tower, давно известная уже. Она в таком вот состоянии зачаточном, но довольно давно уже проект представлен. И буквально на днях Дамаг объявил о том, что будет строить новую башню в даунтауне, прямо вот на вот этом месте. То есть вот эта площадка. Я точно ее локализовал. И это новый проект Дамага на Шейха Заида в даунтауне с видом на Бурдж-Халифа, с уникальной доступностью от метро. То есть вот ветка метро проходит, и до станции метро буквально 5 минут. 5-7 минут. Это будет высокое 65-этажное здание с 1- и 2-комнатными квартирами и с суперлюксами 3 и 4 комнаты. Стоимость однокомнатной начинается от 1,7 миллиона дирхам, стоимость двухкомнатной от 2,7 миллиона дирхам. Уникальные цены для этой локации, потому что ничего подобного в даунтауне просто уже нет. Если вас интересует выгодное вложение в недвижимость Дубая, то это лучший проект в 2023 году, в который можно вложиться. Посмотрите, какая близость Бурдж-Халифа и метро, и транспортная доступность. Вот дорога, на нее быстрый выезд. И в ту сторону вот у нас через развязку можно и к морю доехать довольно быстро. Вот такая вот новость.